Рыба-кит, папа рисует. Ой, привет, ребят, сегодня я буду говорить. Ну, начинай, как ты обычно начинаешь, кричишь громко. Всем привет, вы на канале Рыба-кит. Мы сегодня рисуем тигра. Я бы сказал, что это почти не тигр. А? Знаешь, как начни? Ты сразу начала? Ну давай. Это почти не тигр, я бы вам сказал. Это почти, и я начинаю, например, с головы. Потому что мне с головы легче начинать. Это такой котик, похожий на тигра. И как он у нас получится, сейчас увидите. Рисуйте с нами, потому что что-нибудь интересное и у вас получится тогда. И вы покажете свои рисунки маме, папе вместе. О-о, у тебя получился такой тигр. Это лапки. Это лапки. А это лев. Да. Ну, я рисую кружочек, и с Саней мы рисуем самые простые рисуночки, которые, больше нравятся, наверное, я думаю, девочкам, да? А это и мальчикам, и девочкам больше нравится. Ну, мальчикам нравится, наверное, Человека-паука больше рисовать там еще. Так я и говорила, Человека-паука лучше рисовать со мной. С тобой? Да, почему с тобой-то? Ты сама выбрала рисунки. Для мальчиков. Для мальчиков, да. Но ты-то рисуешь специально для девочек. И получается у нас котик. И у нас такой простой котик. Мы такой совсем просто рисуем. Но это, тем не менее, очень занятное дело рисование котиков. Можно поболтать. И сегодня, я думаю, что сегодня я назову этот рисунок не тигр, а тигр-кот. Потому что он очень мало похож на тигра. Согласна? Ничего не могу сказать. Он на тигра больше похож. Да чем он похож? Только полосочками. Вот, например, сейчас мы не раскрасили, он очень похож на котика. А я раскрасилась. Ты уже начала раскрашивать. А я потом буду раскрашивать. Когда раскрашу все оранжевым, я сверху потом добавлю черным просто этим. Понимаешь? И у нас получится тигр. Котик. Или котик-тигр, тигр-кот. Кота-тигр. Кота-тигр. И у меня еще новая Что такая. Новое? Вот. Новая такая там Кики. Кити, да? Кити, да. Кити. Вот видно твою Кити. Это мы отдельно Кити должны рисовать. Что-то мы про Кити-то забыли. В следующий раз придешь, нарисуем Кити, да? Так если я сказала, может мы котика нарисуем? Еще? Мы сейчас рисуем кого? Котика, тигра. Это тигр. И я говорю котик, а Аня говорит, это тигр. Но если я думаю, что это котик-тигр, который похож на котика, или тигр, который очень маленький, тигренок. Так, хорошо, мы прям рисуем. Я уже раскрашиваю, кстати. Я тебе советую оранжевым начинать раскрашивать, нежели рисовать черные эти штуки. Потом ты сверху черным маркером можешь нарисовать или черным карандашом нарисовать. А я немного. А я вот как раз много хотел нарисовать. Хотел много нарисовать, чтобы было много. Отлично у нас получается. Мне нравится рисовать такие простые рисуночки. Их очень легко и можно вместе с детьми рисовать. Вы рисуйте обязательно с нами. Я прошу вас. Что ты, Аня, расскажешь? Как ты живешь? Хорошо? Хорошо. Много конфет ешь? Не столько бы, как хотелось бы, да? Всего лишь 10 за час. 20? За один день. За один день. Сколько ты съедаешь конфет? Тигр ты наш, тигренок. Одну? Что-то очень мало верится. Одну. Ребят, вы верите, что Аня съедает одну конфету? А что ты еще ешь за день тогда, за другой день? К примеру, кроме конфет, какую ты еду ешь? Кашу. Фу. Что еще ешь? Кашу, курицу. Раскрашиваешь. Курицу, картошку. Картошку. А ешь, например, бургеры? Нет. Они только в Краснодаре продаются, а мы в Краснодаре не очень часто едем. Да, это и хорошо, что мы не ездим в Краснодар.
Не, ну в Краснодаре хорошо, там можно погулять, например, сходить куда-нибудь. Ну, это очень мало времени, потому что для Краснодара нужно ехать целый час. Не так уж и много, всего лишь час. Ну да, но потом если по Москве мы любое погуляем, если мы погуляем, да и все такое, то мы вернемся в, ну, в 10 или в 11 или в 13 даже часов ночи. Смотри, как я делаю. Раскрашивай, делай уже котика, тигра. Это да, но я так думаю, что некоторые люди, например, по Москве едут на работу 2 часа, с работы 2 часа и так далее. Так что они много чем занимаются. И целый час езды, к примеру, мы живем в маленьком городке, теперь раскрашивают, я уже почти раскрасил. И им немножко один час нам езды, а то, может, минут 40 иногда, да, не так уж и трудно. А я еще траву нарисую и джунгли какие-нибудь. Ну, просто траву нарисую, просто траву. Джунгли рисовать не буду, потому что джунгли это усложнение, а мы просто... Я нарисую такие простые рисуночки. А я вообще ничего не буду рисовать, только тигра. Только тигра. Ну, это концептуально. Мы рисуем тигра, значит, рисуем тигра. Я знаю, что у тигров желтые глаза или желто-оранжевые, что-то такое. Ну, я просто вот так. Ну, у тебя красивые. Вот у меня такие глазки. У тебя как будто очки у нее. Да, ну я срисовывал в точности, а получился такой глуповатый такой тигр у меня получился. У меня вообще котик. А у тебя котик, да. Котик, который мало очень кушает, такой тощий. А у меня такой толстый котик, толстый. И очень быстро, ребят, мы нарисовали. Сейчас 6 минут, а уже почти закончен наш рисунок. И получилось здорово. Аня уже тоже почти закончила. Что ты, Ань, передашь? Когда мы ведем свою передачу, твою личную, Аня рисует, да? Ты должна что-нибудь рассказать про себя и сказать, завлечь ребят, чтобы они приходили именно на твою передачу. Все. Расскажи им что-нибудь. Скажи, что приходите ко мне, смотрите, Аня рисует, как Аня рисует. Там можно и рыбок, и тоже можно смотреть. Ну, можно все смотреть, ребят. Но если вам нравится, как рисуем мы с Аней, то ставьте лайк именно этому видео. И пишите комментарий, что бы вы хотели, чтобы мы нарисовали с Аней. Девочкой, которая ходит в школу, пойдет во второй класс. Мы просто будем рисовать то, что вы просите. Ну, чтобы Аня иногда, ну, не всегда знает, что ей нужно рисовать, но она показывает сейчас свой... котика. Все, ребят, спокойных вам рисунков и до новых встреч. Пока!